Если вы хотите узнать о реальных минусах Резона РП, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. До конца самого досматривайте. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Резона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всем привет, друзья мои, дорогие друзья. Вот, так сказать, в последнее время у меня вышло достаточно много роликов про Абсолют Ролиплей. Игроки этого самого Абсолют Ролиплей начали говорить, мол, а чё ты только Абсолют Ролиплей засираешь, и тебе слабо засрать Резону РП. Вот, типа, ты же вообще ничего не понимаешь, типа, а чё ты не можешь засрать, типа, Резону РП? Тебя, типа, сотрудничество сразу выгонят, наших-то ютуберов не выгоняют, потому что... У нас их нету, как бы, поэтому выгонять-то у нас и некого. Вот, и эти люди на самом деле вообще не знают, что около 6 месяцев назад у меня выходил мой видеоролик, в котором я рассказывал о реальных минусах Резона РП, такого проекта, значит, в GTA Slampe, то есть они о нем абсолютно точно ничего не знают. То есть перед тем, как смотреть этот видеоролик, то есть вы посмотрите, пожалуйста, тот видеоролик, то есть это первая часть, такая, знаете, трилогия, возможно, два логия, методология и все прочее. То есть тут я буду вам рассказывать о реальных минусах Резона РП, которые только могут быть, опять же, там или не тут, неважно абсолютно, где они могут быть. Значит так, переходим к этим самым минусам. Значит, первый минус у нас какой? Много онлайна. А много онлайна это что значит? Это значит, что типа зайти на сервер сложно, значит он что? Говно. Вот, идем дальше. Значит, много строк доната там есть. Вот, это что значит? Значит, проект говно. Дебилы там одни играют, дауны, бля. Не то, что на Абсолют Ролиплей нормальные люди, там-то столько строк доната нету. Еще там, значит, эта самая команда Slash Park есть, чтобы машины без дома покупать. Ну, дебил, вот. А еще там много всего есть, ну, всяких вот этих, ну, для дебилов систем, для дебилов систем конченых. Жесть вообще, жесть. Как на таком проекте вообще играть можно? Резон РП. Ладно, ребят, давайте немного успокоимся, то есть я вам тут расскажу немного предыстории, возможно. Вот, на самом деле, Резон Ролиплей всегда был, то есть, фигня проектом, полным говном, то есть, дерьмищем конченым для собак вообще, то есть, говно конченое он был. Но потом, типа, они начали что-то делать, какую-то фигню, типа, для дебилов всяких. Вот, и Резон РП, в общем, стала, типа, нормальной. Но на самом деле, она не нормальная, она вообще говно полное, лютое прям, конченое вообще, для дебилов. Для даунов, для конченых дебилов вообще. У них еще недавно, знаете, этот Arizona Mobile вышел, их это для даунов хуйня конченая. На мобилы, блять, разработали хуйню свою, блять, лаунчер. Им вообще там делать нехуй, сука. Они сидят, ни то, ни сё не делают вообще. Бля, это такая хуйня конченая, бля. Это просто Arizona RP. Это просто, это, бля, это для даунов, сука. Это для таких дебилов конченых. Бля, это просто, это вот... Это надо долбоебом конченым быть, чтобы на этой, бля, Аризоне вообще играть. То есть вы вообще видели, там заходишь, там вот эти аксессуары на спинах там людей вообще. То есть непонятно, как говно конченое, потому что это все. Вот. Еще там, значит, вот это самое играют, типа, нон-РПшники, а не ДМщики. То есть, реально, ты вот едешь куда-нибудь, тебя обязательно, типа, вот вы могли видеть, пока вот данный мой геймплей идет, что меня уже 15 раз убили, 500 раз четвертовали и 585 раз меня опять-таки убили. Потому что это реально, ну это говно, потому что конченое вообще. То есть, для дебилов конченых, прям для мразей, вообще отсталых дебилов это Резон РП. А вот Абсолют Ролиплей, вот это, конечно, да. Однако, вы знаете, IP Arizona Roleplay Phoenix, он все равно будет в описании. То есть, несмотря на все эти минусы, которые я вам тут привел, возможно, там еще что-то сделал, если вы после всего этого считаете, что Arizona Roleplay до сих пор нормальный сет, то есть нормально, если вы так реально считаете, вы такой долбоеб ебучий конченый, бля, это просто пиздец, вы такой у вас мозги-то вообще есть, бля? Не, вы тупой, реально. Вы, мне, если после того, что я тут изложил реально всю правду, это я еще не сравнивал, знаете, этот самый
другие сервера с Аризоной, потому что она там вообще проебет наглухо. Это говно для дебилов конченых. Вообще, то есть, прям хуйня собачья, бля, для хуесосов дебилов. Вообще, вот. Поэтому вот, как бы, я думаю, что вы поняли суть моего разоблачения полного вот этих Аризона мобайлов всех, Аризона РП, там вот эти все у них есть. Говно, в общем, лютое, конченое. Я не знаю, кто на таком вообще играть может. Хуйня, говно, блядь, да? То есть, вы посмотрите, как выглядит, допустим, там, какой-нибудь вот эта вот самая людная площадь, да, на Аризона Рулиплей. И, то есть, и на Абсолют Рулиплей. То есть, посмотри, для дебилов реально такие тупые, бля, они все пиздец, бля, дауны конченые.